Еще сообщение из Сирии. Под обстрел попали российские журналисты. Как уточнили в нашем Минобороны, все произошло в понедельник. Автомобили, в которых ехали представители прессы, находились в населенном пункте Дагмашлия, недавно освобожденном сирийской армией. В колонну угодили две противотанковые ракеты. Одна из них разорвалась рядом с машинами, другая попала в автомобиль, в котором находились наши коллеги, сотрудники телеканала Russia Today, Роман Косарев и Саргон Хадая. Вот эти кадры. Ранила куда-то попала? Да. Рука? К счастью, все живы. Они смогли укрыться в развалинах домов. Первую помощь им оказали там же. У Романа Косарева предположительно контузия. Его коллега, а также корреспондент агентства ТАСС, который находился неподалеку, получили незначительные ранения. На месте обстрела обнаружили осколки тех самых снарядов. Это противотанковые ракеты американского производства. Стреляли с территории подконтрольной боевикам ИГИЛ. Сейчас все журналисты вернулись в расположение авиабазы Хмеймим. Там им оказывают помощь квалифицированные врачи.